На путепроводе через северный обход Одинцова провели динамические и статические испытания пролетного строения с использованием тяжелой техники. Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на путепроводе, составила 120 тонн. Испытания – это завершающий этап строительства. Они проводились путем пропуска по проезжей части груженного самосвала массой 30 тонн с различными скоростями, начиная от 10 км в час.